Сегодня я вам расскажу Красницкого, который играл за Пахтакор в Ташкенте. Красницкий очень хорошо играл левой ногой, потому что он был левшой. Удалось провести мяч в ворота противника. Команда Ташкента пытается сравнять счет, но безуспешно. Итог матча 1-0 в пользу Торпедо. Спасибо за просмотр, дорогие телезрители. Ставьте лайки, если вам понравилось, и ставьте комментарии. Я вам буду отправлять еще разные другие видео. До свидания.